В Восточно-Казахстанской области появился еще один памятник великому казахскому мыслителю и поэту Абаю Кунанбаеву. Его открыли в рамках празднования 90-летия Абайского района и 160-летия со дня рождения Шакарима Худайбердыулы. В мероприятиях в рамках программы «Рухани Жангыру» активное участие приняла местная молодежь. Они читали произведения Абая и говорили о духовных ценностях народа. Бронзовая 8-метровая фигура Абая – идея молодого скульптора Нурбола Калиева. Над этой композицией автор трудился полгода. Бір қарағанда күрделі емес секілді болып көрінеді, бірақ өте күрделі тақырып біздің жарық жұлдызымызға. На первый взгляд работа кажется несложной, глубока сама тема и идея. Абай – яркая и уникальная личность. Я хотел показать, что труд и знания могут привести к высотам. И Абай, и Шакарим призывали степной народ к новым знаниям. Они оставили за собой богатое духовное наследие. Здесь, у нового памятника Абаю, звучали его бессмертные произведения. А на центральном стадионе показали театрализованное представление с фрагментами из жизни поэта. Затем зачитали поздравительное письмо госсекретаря страны Гульшары Абдыкариковой. Мы, потомки, очень рады и признательны жителям Семея. Они высоко ценят труды нашего деда, пропагандируют среди подрастающего поколения, бережно хранят в памяти имена этих знаковых для всего народа личностей. Наш дед Шакарим призывал служить своему народу, не сходить с верного пути, постигать новые знания и искусства. Это актуально и сегодня. Теперь наша задача – продолжать его дело. К своему юбилею Абайский район подошел с хорошими показателями в разных направлениях. Здесь успешно развивается животноводство, растет число социальных объектов. Гульнара Хасан, Мадина Смагулова, Булат Хакинайола, Анатолий Тернов, берег Жабалайола, Восточно-Казахстанская область, Хабар 24.